Привет всем! 26 января 2021 года лидеры гонки Венде-Глоб заезда 2020-2021 года подошли к Бискайскому заливу также плотной группой из 9 лодок. Они растянулись всего на 600 миль, и это в тот момент, когда лидеру гонки Чарли Далину на его крылатой бестии Пиве осталось до финиша всего 400 миль. День 26 января 2021 года завершился с таким расположением пятерки лидеров. Первый – француз Чарли Далин на своей крылатой бестии Опиве. Второй – немец Борис Херман на его знаменитой из-за нездоровой девочки Греты Тунберг яхты Sea Explorer Yacht Club de Monaco с отставанием от Чарли всего 80 миль. Но у Бориса есть в запасе 6 часов компенсации, как мы помним, за спасение Кевина Эскофьера в ревущих сороковых. Третьим идет также француз Луи Бурто на своей бюро Валейту. Он отстает от Кевина всего на 123 мили и забрался гораздо севернее, в то время как Чарли и Борис прижались к побережью Северной Испании. Кто окажется прав в своей тактике, мы увидим буквально через сутки другие. Четвертый, также француз Томас Руянт на своей голубой красавице Линкдаут. Он также выбрал тактику забраться севернее и идет буквально следом за Луи Бурто на расстоянии в 100 миль у него по корме. И пятым едет также француз Яник Беставен на яхте Майтрёси ОКЮ-4, выбрав также тактику прохода Бискайским проливом севернее, аккурат посередине его и перед ним прямая дорога в городок Лиссабон-де-Алон, который впервые за всю историю этих соревнований не будет встречать своих победителей громкими овациями и криками радости и восхищения. Его отделяет от Томаса Руянта всего 30 миль. То, что я вижу на сайтах погоды, показывает мне, что севернее ветра будут сильнее, но у Чарли Далина дистанция ближе всех к финишной линии. Кто же будет первым? 27 января, 79-й день гонки. Ну что, француз Чарли Далин на своей крылатой бестии Опиве, похоже, был прав в том, что выбрал тактику кратчайшего расстояния, проходя в лавировку под самым берегом Северной Испании. Сейчас перед ним 165 миль чистой прямой дороги до финишной линии, и он имеет преимущество перед своими противниками не только в дистанции, но и в скорости, показывая 19-20 узлов. Вторым от него идет уже француз Луи Бурто на своей бюро Валейту. Между ним и лидером гонки всего 60 миль. За прошедшую ночь он потеснил со второго места немца Бориса Хермана на его Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Борис отстает от Луи Бурто всего на 12 миль и от Чарли Далина на 72 мили. Если не произойдет ничего непредвиденного, поломки или плавающего предмета, которые могут повлиять на расположение первых лидеров гонки, я полагаю, что очередность их на финише такой и останется. Но не будем предвосхищать событий, на таких дистанциях и скоростях может произойти все, что угодно. Сами знаете, осталось немного. Наберемся терпения. Вечером 27 января 2021 года в 19:35 француз Чарли Далин на своей желтой черной бестии Опивой пересек финишную линию через 80 дней 6 часов 15 минут и 46 секунд. Его встретила флотилия из обслуживающих резиновых динги с флагами и частных яхт и катеров. Грустно выглядели берега канала городка Лиссабон-де-Алон без традиционных сотен и тысяч зрителей. Он прошел за время гонки 29 135 миль. Мои искренние поздравления первому финишировавшему в гонке. Этим же вечером в 19:50 UTC в 90 милях от финишной линии Венде-Глоб у берегов городка Лиссабон-де-Алон немец Борис Херман сообщил с борта яхты Sea Explorer Yacht Club de Monaco, что он столкнулся с рыболовным судном. Также он сообщил о повреждении фойла правого борта и некоторых других повреждениях. Он в безопасности и движется к финишу на пониженной скорости. Чуть позже он сообщил тонкости этого трагического обстоятельства. «Полчаса назад я ударил рыболовное судно, огромный траулер. Я спал, и вдруг что-то произошло. Я проснулся, вынырнул в кокпит и увидел гигантскую стену по правому борту. Генакер запутался в его рыболовное судно-кране, выступающем наружу. Я слышал, как паруса полощут по ветру.
Я несколько раз ударился аутриггером о борт рыболовного судна, затем яхта проскользнула вдоль его борта и пошло. Я тут же обследовал яхту на предмет повреждений. Вода внутрь не поступала, фойл правого борта был поврежден, но не разбит, вдребезги. Бушприт сломан, носовой рейлинг деформирован, но все еще на месте. Я слышал, как блок на парусе болтается в воздухе. Я оделся. Обратите внимание на этот момент. Я оделся, надел страховочный пояс, успокоился и пошел на бак, чтобы там решить, как убрать парус. После того, как удалось справиться с генакером, я осмотрел аутриггер и обнаружил, что топовая ванта правого борта оборвана. Но аутриггер на месте, и я смог завести вместо него временный страховочный конец. Я лег на левый галс. Рангоут выглядел исправным, насколько я мог судить. Сейчас я связался с командой поддержки на берегу, чтобы составить план дальнейших действий. Вероятно, придется взять риф на гроте, так будет безопаснее. Это как будто ночной кошмар. Но есть и положительный момент. Я все еще в гонке. Мачта на месте, до финиша осталось 85 миль. Я считаю, что смогу финишировать. Я не понимаю, как такое могло произойти. Все сигнализации работали, АИС, радар, все было проверено. Сегодня, во второй половине дня, встречалось много судов, и сигнализация сообщала обо всех. На радаре и АИС суда определялись четко. Когда после столкновения я вернулся к приборам, никакого сигнала об опасности не было зафиксировано. Обычно я подтверждаю срабатывание сигнализации вручную, однако в этот раз никаких сигналов не поступило. Понятия не имею, почему радар не обнаружил это судно. Иногда рыболовные суда не включают свой АИС. Неужели, Борис? Что ж, предстоит получить еще одну дозу стресса, попытаться решить проблему с вантой и продвигаться к финишу, несмотря на то, что случилось. Мы сделаем это. Борис. Спать в Бискайе, где самый оживленный трафик в Европе, да еще спать и раздевшись, на последних десятках миль гонки? На таких скоростях? По моему скромному субъективному мнению, это непозволительная профессионалу роскошь. Ты доверил свою безопасность радару и АИСу? Радар-детектора у тебя, как я понял, не было. И был наказан. Спасибо, дорогой. Это хороший урок всем нам, кто за тобой следил. Выводы мы без сомнения сделали. Вторым на последних минутах 27 января в 23:45 UTC вернулся к берегам Франции француз Луи Бурто на своей бюро Валиту. Его время 80 дней, 10 часов, 25 минут и 12 секунд. Третьим 28 января в 3:19 UTC с севера пришел в Лиссабль-де-Алон также француз Яник Беставен на яркой с разноцветными петухами во все паруса Майтрёсе у Q4. Он и стал победителем гонки Венди Глоб 2020-2021 года по пересчету времени, как мы с вами и предполагали ранее. Его результат по времени с учетом его компенсационных 10 часов 15 минут за спасение Кевина Искофера в ревущих 40-х составил 80 дней, 3 часа 44 минуты и 46 секунд. Всего он прошел вокруг 28 583 мили со средней скоростью 14,8 узла. Ему, как победителю гонки Венди Глоб 2020-2021 года, вручили кубок по прибытии в Лиссабль-де-Алон. Кубок состоит из окружностей, представляющих собой земной шар, и пути мореплавателей, пересекающие его. Внутри окружности находится мачта и два паруса – грот и передний парус. Вся конструкция установлена на основании в виде лебедки. Победитель кругосветной гонки Венди Глоб получает большой кубок, а остальные шкиперы, прибывшие в Лиссабль-де-Алон, получают копию в масштабе 1 к 4. Для создания большого кубка требуется 3 месяца и 10 кг бронзы. Толщина покрытия серебром 2 микрометра. В высоту кубок достигает 60 см, а в окружности 30 см. В его изготовлении участвуют 7 мастеров. Каждый победитель кругосветной гонки Венди Глоб сохраняет свой кубок на всю жизнь. Ну и пару слов о победителе. Яник Беставен. Яхта Майтрёсио Q4, 48-летний французский икс-мен, он первым обогнул Мосгорн в гонке Венди Глоб 2020-2021 года. 157 раз был на первом месте в рейтингах
данной гонки, но из-за повреждения закруток носового рейлинга и невозможности использовать некоторые передние паруса, он утратил лидирующую позицию после мыса Горн. Он смог отремонтировать часть повреждений и до конца гонки шел на 4, 5 и 6 местах. В итоге он финишировал 3-м. За спасение Кевина Эйскофера ему присудили 10 часов 15 минут. Этого времени ему было достаточно, чтобы победить в гонке Венди Глоб. Фактически он использовал только 7 часов и 44 минуты, чтобы опередить на пьедестале Чарли Даллина. Его Имока Майтресио Q4 – первый фойлер, разработанный компанией Verdier VPLP, бывший Safran 2015 года Моргана Лагравье, который участвовал в Венди Глоб 2016 года, но из-за проблем с рулевым управлением лодка сошла с дистанции Венди Глоб и направилась на ремонт в Кейптаун. После этого Яник Беставен купил данную лодку. На этой лодке Яник занял 2-е место в гонке Бермудис 2019 года и 6-е место в прошлогодней Венди Артикле Сабльделлон. Яник Беставен имеет за плечами более 20 лет опыта участия в океанских гонках. Это его 2-е участие в Венди Глоб. Первое участие закончилось неудачей. В 2008 году он потерял мачту на 4-й день гонок во время сильного шторма в Бискайском заливе и сошел с дистанции. Как мы видим, 2-е участие в Венди Глоб намного удачнее. У Яника Беставена есть свой бизнес по производству гидрогенераторов, компания Watt & Cie. 99% лодок, участвующих в Венди Глоб этого года, используют его ноу-хау. Также Яник Беставен известен тем, что он самостоятельно построил лодку Mini 650 в 2001 году и убедительно выиграл Mini Transat 2001 года. В его копилке также 2 победы в Transat Жак Вебер в класс 40 и 4-е место в робовом рейсе 2014 года. Он учился у легендарного французского технического новатора и гонщика Венди Глоб Ивиса Парльера. Вместе с Эллен МакАртур, также участницей Венди Глоб, и Ивис Парльером, Яник Беставен выиграл серию Tour of Europe класса Имока в 1999 году на яхте Aquitaine Innovation. Французская компания по производству полуфабрикатов из птицы Мэттер Ког, искавшая лодку и шкипера для участия в гонке Венди Глоб 2020-2021 года, выбрала Яника Беставена своим шкипером и профинансировала полностью его участие. Вот что он сказал в своем интервью на пресс-конференции Венди Глоб 2020 года после финиша. Ключ к успеху – это хорошая предварительная подготовка и хороший антураж. Я ушел очень спокойно. Я знал, что такое путешествовать по миру в одиночку, что это опасно и рискованно. Я отправился в гонку без стресса и в лучших условиях. За неделю до старта у меня была хорошая декомпрессия, так сказать, дзен. Интересно, что ж это было? Мой спонсор никогда не давил на меня. Четвертым в 4:42 UTC финишную линию пересек француз Томас Руянт на своей голубой Лингдаут. Это произошло всего через 23 минуты после финиша Яника Беставена. Трудно себе представить такую плотность первой группы лидеров после того, как они прошли 29 тысяч миль вокруг нашей истерзанной, замызганной, жадно разворованной, как мы ее лживо величаем, матушки земли. Пятым. Не без приключений, как мы знаем, в 10:19 UTC финишировал немец Борис Херман на своей Sea Explorer Yacht Club до Монако. Я сообщу список участников с учетом пересчета по времени позже, а пока мы следим за тем, кто и за кем финишировали в результате реального времени. Шестым. В 11:18 UTC к финишу пришел паралимпиец француз Демьен Сеген на своей бескрылой групп Апичил. Он стал первым из участников, кто финишировал на водоизмещающей яхте, то есть на яхте без фойлов. Если еще вспомнить, что он без руки, это из ряда вон выходящая ситуация, по моему мнению. Седьмым, также в этот день, 28 января в 12:02 UTC, плавание завершил Джанкарло Пидо на яхте Prismian Group.
Восьмым. В 19.19 UTC на своей старушке ESVCAM финишную линию пересек наш старый знакомый, в прямом и переносном смысле слова «старый», француз Жан Лекам. Но я предпочитаю слову «старый» другие обороты, такие как «взрослый», «опытный», «возрастной» или «он не стар, он суперстар». На этот момент финиша ему исполнился 61 год. Он также шел на лодке, водоизмещающей, без крыльев. Молодчина, Жак. Я искренне за тебя рад. Венди Глоб 2020-2021 года стала пятой по счету в карьере самого именитого участника гонки Жана Лекама. Не зря ведь его называют «король Венди Глоб». Венди Глоб 2004-2005 годов Жан Лекам занял второе место. Уступил всего 6 часов победителю Винсенту Рио. Результат тогда был 87 дней, 17 часов, 20 минут и 8 секунд. Венди Глоб 2008-2009 года он не смог финишировать. На 58-й день гонки его лодка VM Meteor потеряла киль и перевернулась у мыса Горн. Жан Лекам был спасен своим давним другом и соперником Винсентом Риу. Венди Глоб 2012 и 2013 годов занял пятое место с результатом 88 дней, 0 часов, 12 минут, 58 секунд. А вот в Венди Глоб 2016-2018 годов Жан Лекам занял шестое место. Он собрал средства на участие в гонке буквально в последнюю минуту и смог достойно выступить. Его результат 80 дней, 4 часа, 41 минута, 54 секунды. Венди Глоб этого заезда 2020-2021 года Жан Лекам финишировал восьмым. Итоговое время его в рейтинге четвертое. Его фактический результат гонки 81 день, 5 часов, 59 минут, 55 секунд. После учета времени за спасение Кевина Эскофера 16 часов, 15 минут. Итоговое время Жана Лекама составило 80 дней, 13 часов, 44 минуты и 55 секунд, что позволило ему занять четвертую позицию. Ему не хватило 10 часов 10 секунд, чтобы опередить победителя гонки Яника Беставина, и всего 3 часа 19 минут 44 секунды, чтобы взойти на пьедестал гонки Венди Глоб 2020-2021 года. В своем интервью после финиша он сказал: «Это финишная линия, которую я мог бы никогда не пересечь в своей жизни. Вы поймете завтра почему. Я не знаю, как я сюда попал, честно говоря. Не знаю. Но это сделано. Этот Венди Глоб был большим испытанием. Я сделал это, но столько всего произошло. Кроме того, очевидно, что я, увы, четвертый». Этим утром Энн, это менеджер команды, сказала мне, что я могу опередить Бориса Хермана. Я не мог себе этого представить. Я был счастлив, что опередил группу Печил, паралимпийца Демьена Сигена. Для нас это был вызов между лодками с прямыми даггербордами. Такой соревновательный дух присутствовал в гонке. Эти лодки с фойлами представляют собой головоломку настоящую, а программное обеспечение нужно только для расчетов. Но парусный спорт – это не точная наука. Для меня же самое главное – это то, что я дал молодому поколению идею, что они могут участвовать в Венди Глоб на ограниченные средства. У меня есть отзывы молодых людей по этому поводу, я счастлив, потому что мы видели, как растут и растут доходы. И это настоящая победа. Я ушел и я вернулся. Но я говорю об этом, наверное, слишком много и заставляю вас смеяться. 9, но уже 29 января в 9.05 UTC финишировал француз Бенджамин Дютре на также водоизмещающей яхте Omnia Water Family. Десятым, 30 января, в 3.50 UTC вернулся к родным берегам снова француз Максим Сорель на бесфолиевой, говоря по-русски, бескрылой яхте VNB Maine.
11-м 1 февраля линию финиша в 6.27 UTC пересек 45-летний француз Армель Трипон на крылатой Лювитейн энд Провинс. Его результат 84 дня, 17 часов, 7 минут и 50 секунд. Двенадцатый, 3 февраля, в 15.44 UTC к финишу пришла первая из участниц. 31-летняя француженка Кларисс Кремер. На ее водоизмещающий банк Популяр 10. Ее время 87 дней, 2 часа, 24 минуты и 25 секунд. На ней я пока закончу обзор первых финишировавших участников. Об остальных я расскажу чуть позже, после того, как финиширует последний участник этой гонки. Придется нам немного подождать. Итак, кто же стал победителем и кто занял первые места в гонке Винди Глоб этого заезда 2020-2021 года? Победитель гонки Винди Глоб 2020-2021 года француз Яник Беставин на яхте Майтрёсио Q4. Второе место француз Чарли Далин на своей крылатой Бестия Пиве. Третье место француз Луи Бурто на своей Бюро Болейту. Четвертый также француз, но наш красавчик король Винди Глоб Жан Лекам на своей старушке Ес Викам. Пятый любитель пиара любыми способами и друг больной девочки Греты Тунберг Борис Херман на своей Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Шестой француз Томас Руянт на своей голубой Лингдаут. Седьмой, также француз паралимпиец Демьен Сиген, на своей бескрылой группа Пичил. Восьмой, Джин-Карло Пидо, на яхте Присмен Групп. Девятый, француз Бенджамин Дютуре, на также водоизмещающей яхте Omnia Water Family. Десятый, тоже француз Максим Сорель, на бескрылой яхте V&B Main. 11-й опять француз Армель Трипон на крылатой Лузитейн энд Провинс. 12-й француженка Кларисс Кремер на ее водоизмещающий банк Популяр 10-й. Ну что, французы могут гордиться результатом. Первые 11 позиций за ними, за исключением одного немца. Англичане, вечные враги и соперники французов последние 500 лет, поставившие все на Алекса Томпсона, посрамлены. Таковы последние новости о участниках яхтенных соревнований Винди Глоб 2020-2021 года на сегодня, 3 февраля 2021 года. Вторую часть финиша о оставшихся участниках этой темпераментной гонки я вам покажу чуть позже, после того, как финиширует последний участник. Мою книгу, когда кричит горизонт, о нашей с котами кругосветке и с уроками морского дела можно посмотреть по ссылке в описании, там же ее можно и заказать. Как вы помните, ваши комментарии – мое вдохновение. Люблю вас и до встречи на морских дорогах, в моих обзорах и на страницах моей книги. Пока!